Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проходит в Хакасии. В списке 21 учебная дисциплина. Олимпиадные задания архисложные, рассчитаны на уровень знаний значительно выше школьного, например, астрономию. В этот раз успешно сдать не удалось никому. А вот юные химики все же поборются за высший балл. Химию выбрал 21 человек. Испытания длились 2 дня в общей сложности почти 8 часов. Самым многочисленным предметом стала физкультура. На нее заявилось 55 школьников. Следом идут ОБЖ и русский язык. Их выбрали по 30 с лишним старшеклассников. А вот французский язык лишь 2. И это всегда самая малочисленная дисциплина. В школах Хакасии ее не преподают. Осваивают этот иностранные ребята самостоятельно. Отметим, в региональном этапе участвуют только ученики 9-11 классов. Весной победители отправятся на заключительный этап Всероссийской олимпиады. Он будет проходить в разных городах страны. Ученикам из Хакасии прежде никогда не удавалось стать абсолютным лидером ни в одной дисциплине, но призерами получалось. В прошлом году по биологии, в 22-м по физкультуре. Тетраметрический анализ. Нужно будет уметь рассчитать концентрацию, либо же объем какого-либо вещества. Может быть, качественной реакции. Распознать что-то, может быть. Не страшно вообще работать вот с этими компонентами, химическими элементами? Ну, страшновато. Но техника безопасности, мы ее знаем. Химия – это наука о превращениях, о всем нашем мире. Все состоит из молекул, постоянно протекают химические реакции. А биология – это наука о нас. Это самые интересные науки.